стыдно. Не, я тебе не про этого босса, а вообще в целом говорю. Ой, бля, если ты затанчишь, нахуй, значит ты подаван может затанчить. Но у него там почти 220. А чё у тебя по капам? Кап дефа есть? Так, чё, все? Да нет, конечно, ты видишь, что я собираю. Ебать. Так, ну все засумолились, давайте бафаемся. Насколько я понял, в этом его и твари, типа, не, вообще не важен процент. У тебя по проценту. Какая рыбка еще тратится на рыбку для их десятки? Бля, Валеру не жалко, он же собирает рыбу. Ты бафни, пожалуйста. Сейчас бафну, сейчас рыбу поставлю. Да. Кушаем рыбу. Да я даже фаску выпью, чтобы не быть такой... Я тебе Валера Т4 перч полутал на хила. Понятно. Ну, скоро смотри, ДЦшки сможешь даже моего Ршама перехилить. Да я сейчас смогу ебать, на валик сейчас зайдем, любого перехилю. Ну бля, ну на вальках, ну да. Что там хилить? Сейчас на валик зайдем, я так агресс рву с ходов. Не надо, пожалуйста. Так, а, ты даже семечко будешь кидать, да ёбу? Я не буду готовность проверять, потому что у меня там... Нет, я семечко кидать не буду, потому что при целях больше, чем одной, я не профитно. Так, давайте сейчас раскидаю, кто что за контроль, чтобы мы не развалились. Ну, Лера, ну мне неохота тебя на кого-то садить. Ну, забирай тогда ДКшника. Вот. Пал да похуй пусть бегает, насрать на него. Вольемся в фонта. Ну, что там у нас? А, ну локал поферяешь, друля? Ну, ага. Друль, хил. Покидаешь, корни и ветерки напала. Хорошо. Кинь плюсик. Отлично. Защитник. А, ладно, хуй с ним. Долго это будет. Войд, покидай жабку, жрецу и позбиваем посты. Возьми его, запомни. А бичекаска у тебя есть? Есть, надо сейчас достать ее. Сейчас распределю и достану. Борщевик, тебе нужно шамана покидать жабку и позбивать косты. Возьми себе его, запомни. Окей. Okay. Сейчас там барабаны. Блять, а чё, они есть. Да и все, там больше нихуя не осталось. Остальное все убивается. По притяжкам. А, у нас один только защитник. Ну все, тогда я сейчас отсчет дам, Валера. Спулишь и ДК притянет, убьем там. Ничего страшного, по целям еще там сейчас расставлю, получается. А два хила? Да, два хила. Похер. Я сам не спекался в хила. Так вот. Я это. Руиду охуенно это хила. А ты слышишь ДКшник нас? Или ты не удись? А, ну все, да, тянешь череп, дальше крест потом ром. Все, Валера, пиздует на ту сторону. Сейчас я орну, бомбахну. Все, залетаю. Сейчас отчет дам. Ты его хилить будешь. Готовься. ДК, готовься, притягивай. 3, 2, 1. ДК тащи. Ну и прям там бьемка. А, не притянул. Ну пизду, бьем, чё. Валера, прожмись, ёбан, ты ещё умрёшь. Чё ты ждёшь-то, чудо? Геру? Я не жду чуда. Всё, забиваем. Ногами. Потом в крест. Где крест вообще? А, я вижу. А где он? Я сам не вижу, ебать. Да вот он, прям возле меня. Здрасте. На групплуте идем. Хотя нет, пизду групплут. Сейчас начнется локал, поставь, соответственно. Гром, поехали. Ага. Сейчас напиздят всех. Саву смените, пожалуйста. Чё? Саву сними. Она не снимется. Она не снимет, просто бегай. Такой интересный тип, блин. Как будто комара с меня снимите, блин. Потом самула. Я стараюсь, таунчик. Все нормально, нет. Там уже почти сдохли все, так что забей. Бля, ну что, выпадет, как думаешь? Да конечно нет, блядь. Ну да, это же я. Был бы я на аварии. Другое дело.
Бельнора, поехали в Бельнора. Впадло убегать не хочу. Чё, пекла на спек не навалим? Чё навалим? Навалик. Спек не мелькана в танках. Да зачем? Я ж сорву. Да похуй, кто тебя убьет. Затанкуешь. Да не, Жень, ну чё, там все равно ДПС хватит. Как скажете. Пизды сейчас получим пару раз, блядь, ничего страшного. Давай. Спекайся, Аликан. Бле. В танк это далеко, спекайся. А, я не ответственный. Я ответственный, да. Ну распределяй тогда. Скидывай сразу Валерию. Найти, рольте, кинжал. А есть хулиган у тебя с собой танк? Спекни. Хулиган уже. На этого босса только спекнись. Что ты на сову друид? Ко, еще вот этот. Так, чё, никому ничего не надо, чё? Кем ты был, если не был? Не плечо, дай про то быдло. Быдло. Да, сейчас. Не, обратно в кота. Потом хулиган танканет, а ты подамажешь. Подожди, а ты про анрол писал, нет? А, тут отдавать больше некому эти плечи, какая разница. А, ну да, у нас же один танк, никто больше не писал про спеки. Ну нет, там этот ДК еще ролит на танка, но ему эти плечи с блоками нужны. Я сразу спросил. Так, а это я воид отдаю, да? Воид выиграл. Все, запускаю, отходите, шевальки появятся. Берем белые сферы. Ловить никто не будет, все стоим, просто дамажим, все. Медведь и вар танкуют. Хулиган и вар. Ну тогда медведь основную цель. Ну да. Берем белый. Мишка, наоборот, светлый бери. Ну все. Вы там что, Валера, танкуете, получается, одинаковые, как у вас? Нет. Ну, в смысле, у тебя белая, танкуешь белую, да? Нет, если у меня белая, я танкую... Ну, у меня черная, я танкую белую, ну, соответственно... Ну, все, понял. Ну, мне, в принципе, пофигу. Сводите их под нас, обоих, чтобы их кливали. И мы сразу бить не будем, пока рок побьет на пол даст. Сами там агрон наберете. Давай, тащи уже. Да я постою, подожду до 95%. Стойте. Да, нормально, я 100 раз так делаю. Ждите, в пизду. Сейчас хотя бы там 1150 наберу. Можете вот бить. Я не буду пока, но вы бейте. Я постою, подожду еще. Хильте. Ну все, погнали. Я уже не могу больше. Мне кажется, мне даже держать не имеет смысла. Мишка в одного это сделал. А ты, Валера, дал этот? Бдилку? Кого? Конечно. Он мне бдилку дал, да. А, ну все правильно. Я-то и сам могу скинуть. Ну я-то могу скинуть, но я один раз скину. А потом все равно опять наберу. Не, у меня там быстро, да. Ну проще стакать раскол и не выебываться. Я с медведя не сорвать. Ну, заебусь сорвать. Блять, а я не вижу нихуя, да, сейчас светлая. Светлая воронка. Там светлая воронка. Танка прохиливаете после второго? Я прожался. Давай, прохилите. Я хуля без звука, не услышал нихуя. Короче, я погнал светлую ведь. Включу звук в пизду, пусть лучше орёт. Все слушают. Да ёбань, я говорю, толку мало. Не проще раскол поддерживать и все. Ну, лови темный. А ты, друг, все фуловый, а ты на спокойствие прожал. Я просто знаю, что темную уберите, темную. Цвет поменяйте. Темную взяли, бьем белую. Кто-то затупил. Перебегаем. Все добиваем. Ну чё, погнала экзекьют фазы? Я вообще бить боюсь. Полбоя смотрю.
Бой. Ну я вроде скоро сорву. Дамажим в белую. Валера, собьёшь? А, ты бегаешь там. Ну, любой сбейте. Бейте любой, там еще после убьем. Бля, мне мана кончилась, а как так? Ну, танковские боты. Склон. Да. Ну, поролите. Давайте, рольте. С ДКшником. Если ему нужно, конечно. У меня хуже. Приори. Просто не говно. Всем насрать, забирай. Я запускаю, короче. Давай, давай. Ботинки рольте тканевые. С духом. Топ на хули пало. Да, на шамана. Не, спека сяду, да. Ебать, ты во мне уверен. Да ладно, Валер, не ссы. Мы, если что, будем стоять, просто не дамажить. Да не, если Эрдру будет яростно мне максимально поддерживать, я попытаюсь удержать. Не, ну ты смотри, ты только попроси, если ты хочешь, чтобы я сразу тебя сагрил, я прямо сейчас в детстве конспектнусь. Да не, не надо. Ты никуда не торопись. Чайку попей там. Подходи через полчаса, ебать. А я получше придумал. Я получше придумал. Я сейчас покурю как раз. Ребят, кто хочет, мы потом еще пойдем деву убивать в кару. У нас уже там КД висит, мы по токенам закрывали. Но нам надо деву закрыть. Если кто хочет, оставайся. И Тори мы еще убьем потом. Десятки хм, наверное, все время останется. Я время идет. Так, наверное, буду я, наверное, не смогу. Ну, за время идет. Ну, полчаса только из-за того, что собирались. Нет, я... про то, что это... Ну, как скажешь, у него еще все буромалины. Не, сейчас все равно можем посмотреть, кто у нас кто с нами вчера ходил по нашему КД. Горожан просто и возьмем. Если, конечно, есть. Еще бы вспомнить, кто вчера был. Женька был. Какой-то паладин был. Точно. Я помню, что у нас был Макс и Човка. У нас было, по-моему, два паладина. Вот какой паладин был? Красный был. Что-то на В. Паладинник. А, вот. Взрослый. Я вспомнил, это был Павлов взрослый, потому что он потом зашел на друля и учил Кобу, что паладину Ретрику нужно 2Т4, 2Т9. Но вряд ли мы убьем до первой закопки. Хоть и ДДшники сильные. Просто мы огромный охот рвем, я думаю. Так что да. Это. Локал, ну все равно гробу шрывать, позбивай этот сфер, ладно? Ну окей. Собьешь одну подборку, а потом это понадобится еще, а? Символ на бдилку еще въеби на плюс 5%. И бдилку на ДПС. Это все равно не спасет. Ладно, не суть. Короче, локал собьешь здесь одну, потом если закопается, там уже собьешь вторую. Ага. Сферу не тупим, можешь сова хуярить, запад похуй, собьешь лишний, так собьешь, ничего страшного, как и ДКшка. Да, сорви. Вот как раз сова и собьет сферы. Ну и на всякий случай сбей одну, мало ли, вдруг повезет, ага. Символ, и она такая не рядом со сферами. Вот, не суть, короче. Да вроде и все, короче, нихуя умного. Давайте, отчет даю, да поехали. Не, блять. Давай, Валера, готовься. Прожимай все клавиши на дроп. Я еще припот выпью. Не, я настолько не буду. Панутый там что, блядь, не рви нахуй, я сказал, не рви, блядь. Да у тебя крылку ебани, да. Ставь на сферу. Он тебе агро будет добавлять. Мы же еще мобов будем свечиться. О, мобы идут. Да никто не сорвет нахуй. Нормально затанчит. Моба сыграли? Хотя бы обдотайте. Там развалится уже сам. Ёбаная. Обдобенение. Ну один раз закопается босс, да и хуй с ним с Герой переведем. Да, здесь на работе нихуя аддонов нет. Давай на пол урока давать. Смотри, у тебя не в КД просто. Вроде как. А, ну да. Ну я смотрю, у тебя 400, а бро, у них 300, блядь. 450, у них 350. А я не бью сильно, ну, чтобы не затрывать.
Да, я тоже не особо сильно да, и стараюсь бить. Да. Это понятно. Моб вышел. Вы же не какие-то нубы. Если люди смотрят в омбан, то значит все заебись будет. Да, я смотрю, смотрю, у меня 470, например, 620. Похилить только там, полн дырка. Все, закопался, убегайте к воде. Какая я и дырка. Дырка ты как моя бывшая, ёпта. Есть что? У воды там сейчас собьем. Всё. Да, я сбил. Да, подбегай, сбегай. Ага, красава. Не забывай. Я локом у тебя. Бьем скоробеев, не забывай. Потом босс выкопается, надо будет добить скоробеев точно, их там должно быть мало. Да, я думаю, на здесь, наверное. Это я, есть что-то тут сбить? Да, сейчас сбиваю сверху. Там далеко. Нормально, он себе сбил. Далеко есть земля. Ой, там что-то Ардру умирает. Какого хрена он умирает? Пусть живет. Сейчас выковылит босс, смотри. Там он что-то... Вылез босс. Добиваем скоробеев. Скоробеев точно убейте, чтобы на танка ничего не повесило. Шо, он и так гибкий. Да они меня не пробивают. Да ты, блядь, нет, а не выебывайся. Вышел чел Валера Агрио. Убейте чела. Блядь, бейте, блядь, заморозил меня. Ничего. Слабо бьет. Что закопается, а не? Все, вбиваемся в фул босса и переводим. Можно хорошо долбить там окромно. Ну, около там, конечно, небольшой отрыв. Да, БЛ можете дать, чтобы мы сразу перевели. Дайте БЛ. Похуй, переведем. Выйдет моб, не бьем его, тупо в босса вливаемся. Войд поставишь, что там засчитать, все природа. Где моб-то? Там это. Залей. Пожалуйста, вот вышел моб, не бейте моба, бейте только босса. Не, это хреново, потому что я хотел по ротации пойти с семечкой. Ну, надо успеть перевести, он сейчас закопается, ебать. Да, уже перевели. Все, бейте моба, убейте. Блин, кучно под босса станьте, чтобы цепуха вас всех хуярила. Это проблема. Стараюсь. Моба, моба, помогите убить. Все, отлично. До дота это. Да, я сам себя захиливаю. Ну слушай, он меня физическими атаками пробивает, но не особо. Ну лед тебе, наверное, дамажит хорошо. Да, у меня чисто лед дома. Ну, я что-то ныл, ебать, я там агро, не удержу, меня пробивает будет. Да нормально. Да у тебя какой меньше, но ты выигрываешь в уклоне и парировании. Ну да. Делаю сразу, бежал. Я уже портуюсь на делу, в принципе, похуй. Что, мало? Бля, нет, ухо прикольное, быстрое. Давайте, рольте. Я погнал, кто-нибудь еще со мной, смонитесь уже на кража. Ну что, никому не надо. Ну, рольте там на офспеке, если надо кому-то.